Это наш последний день на пляже, последний день в городе Лилионы. Ключики от квартиры, ну от апартаментов мы уже сдали. Решили последний раз сходить на море, поплавать и, так сказать, закрыть наш летний сезон отпусков в Италии. Следите за нашими объявлениями на канале. Скоро будут несколько больших выпусков с показом и самой променады, и самого города, а также пляжа, корабликов, яхт. Я надеюсь, будет интересно. А пока просто насладитесь видом на море.